Сегодня 17 февраля 2002 года. Сбегал я за водой, принес. И опять обернулся, и там стройка-то, которая идет. Идет снег, и они там наверху, посмотри, как видно, что работают. Это люди стоят. Люди. Кран работает, подает им. Ну, даже видно будет сейчас, смотрите. Вот это работники, я понимаю. А то говорят, работать негде. Специальности разные. А какая специальность? Строительство это на третьем месте стоит. Первое это животноводство. Потом вся эта галантерея, текстильная промышленность. И третье вот такое вот строительство. 21 этаж. Это Барнаул. Вот я все сбоку захожу, чтобы видеть. Вот сейчас подойду поближе, чтобы видать дальше было все. Ну вот. Вот он этот дом. И вот он, видно его. Мужчина стоит. Видимо, командует. Куда, что. Вот видно, что там шевелятся. А я все удивлюсь. В наше время таких не строили. Барнауле 7 этажей было, доходили смотреть. 5. А тут 21. Я не знаю, сколько где. У мусульман будто бы больше 7, что ли, этажей нельзя строить. Где-то, в каком-то государстве. И правильно. Сейчас случись, попробуй. Вон оно как, два крана стоит. Это да. Господи, помилуй, благослови. Он там наклонился, видать, его не стало видно. Ну, любой может увидеть, что там шевелятся они. Вон он тот дальше, который дальше, тот наклоняется что-то. Вон, видно. Как мураши. А это... Чего там? Из трубы дым идет. А, вон я снимаю. Во время снег идет, и работа, и мороз. Володя уходит. И поклонов. Господи, благослови. Благослови, возврати в мире брата Владимира. Вот оно как. Ну-ка я сейчас отсюда заведу. Все. Это рядом. А вот из-за этого дома, там угол, видать, красный. Вон там, видать, это... Краевой суд когда-то там был, меня там судили. Вот так. О, давай. Вези брата нашего. Давайте. С Богом. За рыбу, которую жарил. Рыба была у тебя получается. Да. Ну, если надо, еще давайте. Пускай везет. Хорошее дело. О, машина загорелась. Это бывшая Сергея Павловича Глушкова. Машина-то хорошая. Вот я за водой сбегал тут. Вон, где машина, там, у того дома. Вот он сейчас... Вот доехал только. Где у нас там колонка. Ой-ой-ой. А вот эта труба была... Труба вот она идет, черная. Это труба, котельная. Это высота была, не сма. Она насколько ниже дома-то? Раз, два, три, четыре, пять этажей уже выше ее. Ой-ой-ой. Новые знаки настроили здесь. Вот как. Ну и ладно. Ладно. Отойдем. Везде, говорит, надписи у нас. Вот она, надписи. При входе в храм. О!
небольшая была елка, когда поселились, совсем. Мы не замечаем, какая она уже стала большая. Березка была небольшая, а теперь все большое. Кто садил, не знаю, готовое. Это вот у меня суд шел, 11 лет выиграл я его. Господь выиграл его для нас. И вот это место мы, прекрасное место, сухое, центральное место. Ой-ой-ой. Это Володя затопил у нас тут, сурва своя. Ну, теперь что там? Там он. Благослови, Господи. На краю стоит, там прямо оборвется мужик. Вон оно как. Что-то там делают. Ладно, важно, что 5 человек, видать. Невозможно. Ну, а вот. Вот какая сосна у нас. Не сосна, а елка. Огромная елка, здоровая. Ну, я не понравился здесь. Ладно, пойду положу. Мне надо к голубям лезть. Сейчас буду кормить их. Воробьев, жуланов. Тоже забота.